женщинами и испытывает от этого какой-то странный кайф. Она тихонечко бормочет себе под нос, чтобы никто не услышал. Люди, которые разговаривают сами с собой, обычно вызывают опасения у окружающих. Маша Шалава. Маша. Когда ты заболеешь. Знаешь, я хочу, чтобы ты был самым красивым. И чтобы ты гордо говорил, что я твоя жена. Я хочу дать тебе свою фамилию. И чтобы ты воспитывал наших детей. Я хочу всегда о тебе заботиться. Мне не нужно становиться кем-то для себя самой. Для себя самой я бы жила одна в маленькой комнатушке, читала бы книжки. А для тебя я хочу перевернуть звезды, запустить колонистов на Марс. Я хочу сталкивать галактики и называть сверхновые твоим именем. Я хочу учить разные языки, чтобы в какой-нибудь экзотической стране покупать тебе сладкое и переводить вывески. Еще я хочу, чтобы ты был моей опорой. Чтобы я знала, что когда все вокруг посыпется к чертям, дома меня будешь ждать ты.
И ты поверишь в меня, поддержишь меня и будешь с гордостью говорить, что я твоя жена. Я хочу, чтобы ты принес с улицы котят, а я поворчала и приняла их. Я хочу, чтобы ты всегда был самым первым, кто услышит мою очередную дурацкую историю. Еще я хочу, чтобы мой дом не был пуст. Я хочу, чтобы в нем был ты. Маша и Рома продолжают есть яблоки. Вдалеке видна старая телевизионная башня. Она медленно падает и превращается в огромную гору пепла.